И всем привет. Не обращайте на это внимание. Так, всем привет, с вами Ген. И сегодня будет у нас обзор на танк Heather KMHP Special. Это танк из аниме Girls One Panzer. Ну, такой же Heather, только у него ходовая, стоковая, орудие топовое, все топовое, кроме гусеницы. Вот это не обращайте внимания, это выкинуть надо. Пускай оно будет наверху. Не вот здесь вот. Так. Сейчас смотрим вот. По гусенице. Где вот. Ходовая. Максимальная нагрузка. Значит, это ходовая. От Panzer 38T. Ну тот. Третий уровень. Вот какой вот. Вот такая вот черепашка. Вот такой вот танк. Но озвучки нету. Японской. Хотя я танки занимаю. Ну такой же Heather. Только аниме. Пушка хорошая, все пробивает. Даже шестой уровень пробивает и пятый. Бой начинается. Вот сейчас поедем. Ну, тут у меня еще оборудка установлена. Амуниция, он видишь, как бы быстрее ездит, поворачивает. А если без оборудования, без амуниции, то бы вообще бы не поворачивал бы. Скорость мне 30. Еще 30 FPS. Не знаю почему, но вот так вот. Это же телефон. На телефоне я снимаю. Это обычный Heather, только с камуфляжем, анимейшн, ну все. Истории уже нет про Heather анимейшного. Ну, про обычного-то Heather есть история. Анимейшного нету. Вот так вот. Пробивает. Иди. Броня не пробита. Как не пробита? Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Есть пробитие. Кто мне что-то знает? Вот видели, что это, блядь, сейчас было? А что это сейчас было, я вообще не понял. Вот что это, блядь, было, я не знаю. Сука. Бля, я вот так не играть не могу. То что я играю всегда на компьютере, а на телефоне вообще пипец играть, блин. Вот при записи идет там 29 FPS. А когда нет записи, оно вообще жгет просто. 60 FPS. Раки какие-то. Ну там видите, такой он. Конечно, картонный. Борта, корма, картонная, перед. Нет. Вот такой вот Heather. Ну
Ну пробивается вообще. Всех пробивают, даже шестые уровни и пятые. Ну седьмые я не знаю. В тренировочной комнате надо проверить. Дурак. Ну вот они у меня три танка. Все вот эти три танка. Сейчас покажу вам, сколько на этой танке сыграл. 15 боев. Побед 12, поражение 6. Уничтожил танк 19, награды 2 взял. А у Анка тоже 2. А у Кура... У Кура... У меня же Кура был танк. Но я его тогда продал, не знаю почему. Ну, много у меня. Еще хочу рассказать о танке. Ну, защищенность как у Хайдзера, вот смотрите. 14%, да? Теперь идем немецкую ветку развития. Хайзер ищем. Тоже 14%. Огневая мощь 37%. Эффективность выстрела 32%. Маневрность 54%. А тут сколько маневрости? 48%, но выстрел больше. Ну, защищенность прочность 465, потому что воротка стоит у меня. Лоб корма 60-20, маневрость. Так себе. Да. Ну, урон нормальный. Орудие тоже скорострельное. Двигатель. Ходовая не топовая. Вот это не топовая. Потому что если вы сейчас не ест клетку, то хедзер поворачивает быстрее. Потому что у него есть топовая гусля. Вот это топовая гусля хедзера. А вот это нет. А сейчас 47, потому что меня еще купили. Ну, оборудование, амуниция. Вот так вот. Все, всем пока.